Джан Бабаев, renowned Turkmen physical geographer, whose research focused on the study and development of deserts. Doctor of Geography, professor, member of the Academy of Sciences of Turkmenistan, corresponding member of the USSR Academy of Sciences, laureate of USSR State Prize, deputy of the Assembly of Nationalities of the Supreme Congress of the Soviet Union. Байрамом я знаком давно, но знаком через нашего очень крупного художника Изат Назарыча. Изат Назарыч Клычев был моим другом, очень близким. Причем мы даже почти в одном районе родились даже. И поэтому через него я с Турду Байрамовичем уже познакомился. Поскольку жена Изата Назаровича, это вот ее сестра, это жена Дурду Байрамовича. Поэтому они были бросили уже семейство, но очень близко были. Вот. Ну, время прошло, я знал, что он очень знаменитый художник. Я видел его картины. И как-то он вдруг сказал, что я хочу, говорит, нарисовать ваш портрет, мне говорит. Я до этого отказывался многим. Просто отказывался. Были наши художники, подходили, делали. Я говорю, не хочу. Я не могу, я дал долго позироваться днями там. Короче говоря, он меня уговорил. Я решил, значит, у него фотографироваться и сидел у него в мастерской. Посадил он меня так. День посидел. Потом я говорю, на второй день я не могу уже прийти. В общем, так получилось, что он меня уговаривал. Ну, угощал кофе, там очень всякими, очень теплыми, красивыми словами. Уговорил. И вот я у него и сидел, позировался почти около недели. Ну, по два часа, там час, полтора, два, три. Но человек он был невзрядным таким, очень общительным. И очень такой приятно с ним даже разговаривать. Вот когда я сидел даже, когда позировался, когда нарисовал, все равно кое-что рассказывал, интересные вещи. Вот этим он меня задерживал. Я был директором института, когда нарисовал, я был президентом Академии наук Туркменистана. Я был членом бюро Центрального комитета Компартии Туркменистана. Время было очень ограничено. Я говорю, Чан, я говорю, ну, может, хватит теперь? Вот еще две минуты, еще две минуты. Вот так он мне нарисовал мой портрет. Но портрет хороший получился. И без каких-то осложнений не было там. И мы даже расписались, когда он закончил. Вот. Потом он мне сделал из этого портрета фотографию, чтобы я себя держал, но портрет у него остался. Потом, когда у него была выставка, первая выставка, он, причем мой портрет, он первым поставил у входа на выставочном зале. This portrait was created in year 2000. Today it is preserved at the Bayramov Museum in Toronto. Итак, мы с ним подружились уже после нашей картины. Портрет был закончен, но все равно к нему как-то я заходил. Он всегда очень трудолюбивый человек, очень обаятельный. Вот, когда я всегда у себя был в мастерской, я приходил, ну, угощал кофе. Я иногда даже ему тоже привозил из-за рубежа кофе. Как-то мы общались так легко. Что мне понравилось, значит, у него очень широкий кругозор был. Он знал многих художников мира, не только тогда советских художников. У всех, наверное, он перенял кусочек там творчества. У него получился огромный взгляд, огромный кругозор на весь мир. Вот показывал свои картины. Как-то я удивился, даже он мне показал как-то
портрет Алты Карлиева. Это знаменитый режиссер, артист. Показал, причем в такой форме он развел руку, и две кармана открыты у него были. Я говорю, что за картина? Ну, посадил его как человека. Нет, говорит, мне нравится вот в таком виде, в каком он есть. Очень оригинальный портрет сделал ему, но он растянул руку вот так. И карман открыт у него. Он каждый год, между прочим, есть такой Мухаммед был, фотограф. С ним приходил на Новый год, приходил ко мне как раз к 12 часам ночи. Приходил, поздравлял меня с Новым годом. Мы фотографировались. Ну, там 100 граммчик мы тогда были, случаи были. И вот последний раз тоже он приходил перед смертью вот за год. Как будто со мной прощался. Вот, конечно, это была очень невосполнимая потеря была. Не только, значит, это для семьи, там, для друзей, для родных, но и для всего Туркменистана, всего художественного мира. Молодой человек еще, возраст не очень большой, но он все-таки имел, мне рассказывал свои планы будущие. И гордился тогда тем, что вот у него дочь, Канадин, и он ездил туда, очень часто ездил. Приезжали оттуда очень много картин. Вот его уход из жизни, конечно, это была потеря большая, для, особенно для искусства, для тех, кто его знал, очень близких, и, конечно, для искусства Туркменистана. Вот поэтому наши... Я вспоминаю каждый раз. И он, кстати, нарисовал для меня картину просто карандашом. До сих пор у меня хранится, он дома у меня находится. Вот. И фотографии из того портрета, который он нарисовал. А так, в моей личной памяти он остается как прекрасный художник, прекрасный человек. Прекрасный знаток, прекрасный человек, семьянин. Что касается его образа как художника, это останется у всех на память. Этого история никогда это не спишет. В историю он вошел как крупный художник и человек большой души. История остается, но... Его картины, конечно, будут вдохновлять и молодежь нашу, и будущих поколений. Это он, собственно, создал Туркменистан в портретах. Там очень выдающиеся люди. Без его картин они бы потерялись бы. Он дал истории сохранить образ тех людей, которые создавали не только искусство, науку, образование, культуру, обо всем. Вот он, его картины вошли в историю, как историю самого Туркменистана.